Я, какой цвет? Я же, три человека одновременно говорит. Я четвертый должен говорить, да? Хай, ребята, с вами Супер Рим, и сегодня мы поиграем в Among Us. Дело в том, что я хочу сегодня поиграть через Discord. То есть по связи. Все. Всем хана. Мы импостеры. Мы предатели. Мы типа выполнили, пошли дальше. Уху! Кто-то саботажнул уже. Свет. Кажись. Я чуть не убил. Мы притворяемся, что выполняем задание. Пошли во два. Так, надо что-то саботажнуть. А, блин, я свалился. Где? Короче, О2, когда это саботаж начался, я пошел туда. И вот где-то через не знаю сколько секунд. Ну, короче, там два трупа, по-моему. Там 3 килла или чел ливнул один? Чел ливнул. Один ливнул. Мне кажется, его тоже могли убить, нет? Вопрос к Фиолетому, который сейчас бежал в электрику мне навстречу. Это что было? Ну, я пофиксил саботаж, я пошел искать трупы, очевидно, на, что все пытаются перегнать правую часть карты. Фиолетовый стоял первым на кислороде, Ребят, я, если не ошибаюсь, я видел, как черный бежал за мной, я потом пошел справа в навигацию этот файл качать. Это что говорит? Я капучино, я зеленый, темно-зеленый. Ага, я видел человека, он сзади меня бежал, типа, потом он пошел, видимо, О2 чинить, я докачивал файлы. Я потом спустился вниз дальше, пару чинить. А ты куда пошел? Я в щиты пошел. В щиты? Да, я в щиты шел. Слушай, а вот что-то я пошел в админку чинить О2, я там никого не увидел. Ни черного, я видел фиолетового. Нет, он пробегал. Оранжевый, смотри, сейчас улетишь. Я пробегал, и сзади меня черный шел туда. Если бой, ты улетишь отсюда, я тебя базарю. Ну, я же говорю то, что если нашли черного, он недалеко от меня в этот недавно был. То есть держу в курсе. А то, что говорят, О2 нашли, тогда он вообще рядом. Где трупы предположительно хотя бы? Я думаю, что на камерах где-то трупы. Камеры не были вот так. Не-не-не, сейчас только что был на камерах, там никого не было вообще. О2 именно в админке? О2 в админке или другой О2? О2 там, где сверху, который. Нет, я в админке, труп не мог быть. Я только что туда вышел, да. Все трупы справа сейчас. Все, понял. А, ну тогда я он вообще меня... рядом со мной был. Оранжевый где был? Сейчас в админке. В админке он стоял. За кого голосовать-то? Скейп сейчас. Инфы 0. Коричневый, где бегал? Мы всех обманули. Я же говорю, в конце. Зашел в админку, да. Что ее починили, там никого не было, я вышел, и все, репорт. А кто верхний чинил два сейчас? Тебя не было кто в админке. Кто это сказал сейчас, коричневый? Я сказал. Да. Кого в админке не было, алло? Ушел оттуда фиолетовый, он сделал саботаж, там остался оранжевый и да, остался фиолетовый там сделал саботаж, я видел. Ну, а там коричневый зашел, вопрос. Никого нету, я стою там коричневый. Да, блядь, выходил туда, я зашел, смотрю, саботаж уже починили. Трупа нету, я выхожу, репорт, все, вопросы ко мне какие? Ты сказал, что там никого не было. Я не говорил, что там никого не было. Так, вопрос, кто чинил верхнюю 2? Там трупы были, они как бы чинили. Я сказал, что там трупа не было, алло. Ну, верхнюю кто не чинил. Было трупа, вы что, рофлите? Скипайте, да. Пока рано гнать на коричневого. Предполагаю, что коричневый, скорее всего, забежал с верхнего 2. Еще. Пока скип. Ну и фиолетовый, который бежал время саботажа в электрику. Так, сейчас задание надо выполнять. Пошли выполнять задание. Мы залезли в вентиляцию, сейчас будем смотреть, откуда вылезти и кого можно убить. Так, где же они? Я боюсь что-то вылазить.
Так. Салатовый, темно-зеленый сейчас бежали на камеры, правильно? Я побежал. У меня сейчас есть инфа, сейчас вычислим импостера. Салатовый и зеленый бежали на камеры, фиолетовый бежал в хранилище. Через что они бежали на камеры? На камеру я тихо, давайте выясним точно с импостера. Кто сейчас стоял на камерах? Я стоял на камерах. Кто? Я видел оранжевую камеру. Капучино, темно-зеленый. А, я думал еще кто-нибудь. Кого вы там видели слева? Из синего, коричневого и оранжевого? Оранжевый, слева был коричневый. Коричневый. Между синим и оранжевым 100% импостер. Я стою в управлении. По карте видно, что два человека в управлении, хотя я там один. Один в люке сидит. Оранжевый, смотри, оранжевый после меня забежал в электро. То есть мы с тобой разминулись, я забежал в электро, посмотрел сверху, нет ли трупа. Это говорит фиолетовый. Я забежал в электро, посмотрел, он забежит после меня. Я вам могу после меня. С начала раунда я пошел, сделал квест наверху таговый, тогда был выключен свет. Потом пошел в реактор, коричневый. Пошел в реактор, выполнил там квест с квадратиком, и когда я заходил в реактор, я видел, что оранжевый стоит на выходе из камер. Стойте, приколюху. Я выполнил квест, и оранжевого уже нету. Хорошо, вопрос к синему. Синий-то где сейчас был? На какой участке? Короче, я сначала пошел из столовой, ну да, правильно, вот ВА. Там квест выполнил, потом свет выключили. Я хотел через столовую пойти чинить свет, но передумал и пошел в этот, который справа там, как это, не управление, как это называется? Да-да-да, навигация, и там задание по делу. Давайте синего кликнем, потому что у нас стоит... Объясняю, черт. Столовки сверху в какой стороне? Сразу говорю, передо мной синий пробегал. Держу в курсе, ребят, приколюху, смотрите. Ладно, перед синего кем? Я видел, перед Херсон. Смотрите. Перед кем пробегал цвет? Передо мной, перед темно-зеленым. Я, какой цвет? Я в самом начале, Кес, я, капучино, темно-зеленый, пробегал вниз, сначала пошел чинить фару внизу, да, потому что я не дочинил один квадратик обоссанный у меня. Где остался. Где ты пересекся с синим? Мне важно, что ты там делал. Где ты с ним пересекся? Примерно коридор между навигацией О2. Там пересекся с ним сейчас. Как ты там мог с ним сейчас оказаться? Ты мне скажешь, какой ты стороне столовой делал? Это в начале раунда. Да, это в начале раунда было. Дальше я слепой был. У меня вопрос. Давайте сейчас синего, потом зеленого. Объясняю. Зеленый с салатом сейчас бегут на камеру, зеленый дефает синего, который был вообще справа. Ну подождите. Зеленый синего не было справа, потому что меня фиолетовый видел. Я вам говорю, меня фиолетовый видел. Зеленого не было справа. Можно объяснить? Ребят, вы мне дадите объяснить просто. Я хочу объяснить то, что я сначала меня был фиолетовый справа, видел. Справа я пошел налево, когда рубанули свет. Ко мне Влад подошел потом в электрику, видел. Починили свет. И единственного, которого я видел, который бежал, это был у нас этот коричневый. Нет! А кто в меня вкинул паутя? Кнопку нажмите сейчас. Да, нажмите кнопку. Подумаем. Зачем вы синего кикнули? Я сейчас еще объясню. Видно, что это коричневый. Он, наверное, не услышал. Почему я? Объясни. Потому что я тебя спрашиваю, в какой стороне ты делаешь столовку, ты молчишь. Тихо. Может, потому что три человека одновременно говорит, тебе не кажется, что именно поэтому я не могу ответить? Ну, микрофон выключи, пожалуйста. Так я же тебе говорю, тебе не дают сказать, а кто-то слышит, потому что ты сейчас спалился, когда я спалился? Все тихо вообще. Ну что, рофлите что ли? Да все замолчите. Я нажал. Так, в люке был точно не зеленый, точно не салатовый, точно не... Кого вы видели слева, вы кого видели салатовый зеленым? Я видел только коричневого, когда забегал на камеру. Он делал... Ты говорил, что ты синего, Синего я видел в начале, когда шел только пересекался, туда. Когда из охраны бежал. Оранжевого я видел. Можно мне сказать? Щиток, я синий. Пустого. Да, оранжевого я тоже видел, когда он мне... Потом мы пошли зеленым чинить свет, и я только хочу забегать в эту навигацию, смотрю, ты... Ой, не навигацию, в админку, и белый выбегает на кнопку. Все. Все, что я успел. Я видел. Кто это говорит? Я держу в курсе, я когда с это, да, слева набегал с электричества, передо мной пробежал белый. Ребят, такая инфа, что темно-зеленый не пробегал в правую часть карты в самом начале прошлого раунда. Да. Я стоял на метеоритах, там эта менюшка прозрачная, я как бы увидел белого и синего, все. Стоп, теперь стоп. Можно тебе объяснить одну вещь? Давай. Смотри, вы прошли туда. Я сначала пошел влево, вот с самого начала пути. Я пошел влево, думал, что у меня в лабе. Я поставил эти обоссанные колбочки, думаю, ладно, хер с ним, сейчас скажу. Направо по Фастянову, сгоняю вот эту вот пару, начиню внизу.
Вот, я пошел, у меня один красный этот ромб или бля, короче, вот шестиугольник остался, я его тыкнул и все, и пошел со спокойной душой дальше вправо. Передо мной в тот момент пробежал синий. Но братик, я не знаю, было. Ты хочешь мне сейчас на серьезных шагах доказать, что ты типа из мидбэя побежал в щиты, чтобы нажать квадратик? Это полный бред, чувак. Чувак, ну, это вообще... чувак, я почти все свои задания нет, выполнил. Стоп, тогда стоп, в электро стоп, с вами стоп, бегал, я тогда слева с вами бегал за циферками. Да, вы голосуете, стоп. Короче, как пробежаешь коридор, поворот в это управление, спускаешься вниз, и там я уже встречаю темно-зеленый. Ребята, у меня конкретная инфа. Салатовый с зеленым были слева. Один со мной в управлении был в люке сидел. Я выяснить, кто это был. Оранжевый, ты можешь сказать, зеленый стоял на камерах или нет? Я видел, что ты стоял в выходе. Ты видел? Я стоял мы на с камерах. Ним пересекались в нижнем двигателе, все. А на камерах ты его видел? Зеленый, ребят, говорит, что он стоял на камерах. Ребят, я все... с камер, когда убегал, я его в нижнем двигателе увидел. Послушайте, пожалуйста, я видел, что зеленый с салатовым были слева, оранжевый тоже был слева. Фиолетовый был снизу в хранилище, коричневого кто видел слева? Я был слева, меня оранжевый, я в реакторе был. Видел коричневый. А, ты видел его? Окей. Я держу в курсе тоже, когда проходил. Ну, скорее реакторе, всего, если это не зеленый... Ребята, не орите! Ребят, не орите, пожалуйста. Да, давайте сейчас сказать. Коричневого. Я тоже видел коричневого, слева. А, для баланса, коричневого. Потому что не было единственного, вот с синим. Смешно. Ты мог сидеть в люке в управлении. Участка, если это белый, блядь. Ты говоришь, ты был в управлении, ты не видел меня в реакторе? Серьезно? Ты глупый или что-то? Я был в управлении, я тебя не видел. У нас все равно, ребят, серьезно, вы меня блядь. Втроем вкинули уже три голоса. Мы, тут наши голоса ничего не решают. Это просто тупо даже. Ладно, допустим, мы по-любому были в камере. Короче, мы сейчас что можем делать? Мы можем саботаж делать сейчас. А, так что сейчас будем мы тут что-нибудь делать. Мы можем закрывать так что. Да, вот, например. Закрыли просто так. Зачем закрыли, не знаю. Где? Это оранжевый, он, короче, бежал сверху, и я нашел труп в охране. Чё? Я что? Видел максимально. Мы с фиолетовым стояли на камерах, сначала, а потом я побежал через верх. Ну, я, короче, смотрю по камерам, хорошо, два человека, потом резко один, а потом резко в хранилище кто-то чел появился. Я, короче, ну, я вырубил, пошел. Это когда было? В хранилище только что? Стоп, в хранилище, ты говоришь? Да, что-то резко появилось, резко ушло. Ты уверен, вот в хранилище? Я сюда назад бегал, ну не знаю. Ну, это я там был, стоп. Короче, было два, потом один и все. И оттуда раньше бежит. Откуда конкретно? Через верх, через медицину. Вот это через верх, вот я и понял, все. Я с оранжевым стоял в админке. Мы были вдвоем. А кого сняли? Фиолетового? Фиолетового сняли. Коричневый, ты сейчас стоял с оранжевым в админке? Да, кто-то стоял на камерах, он видел, как я заходил туда. Так оранжевый пришел уже, потому что я ищу, как раз я дохожу до охраны, а оранжевый заходит в админку. Не, коричневый, ты что-то путаешь, мы с зеленым стали в админке. Лаймовый, ты когда бежал. Господи, в охрану, у меня ты был встречал? Замучен микрофон. Оранжевый, я тут. Мы стоим с оранжевым. А, я понял. У меня микрофон замучен был. Короче, коричневый бежал с этого, ну, с охраны, а оранжевый. Ой, не с охраны. Да, с охраны. Повезло Капучини. Что? Я не был вообще в той части. Я как был в правой бежал, части. Конечно. Окей. Оранжевый. Да, я пить. Видел только белого. Потом Влад ко мне зашел, конечно. Куда? Ну, в этот, в админку, типа, я не знаю, куда белый. Белый то просто постоял в коридорчике. Там тусил белый. Я сделал квесты, я не стоял. Там тусил белый. Если коричневый пришел со стороны навигации, остается оранжевый, который был в охране. Да, я согласен. Оранжевый не был в охране, он был в админке. Я был в охране, потом с фиолетовым там чилил. Потом я побежал в админку. Ага. И когда я встал на админку, когда вот этот Влад побежал на охрану, там было три человека в той стороне. Труп где? В охране. В охране. Ага. Коричневый, ну голосуй. А я не знаю. Что ты не знаешь? Что здесь не знаешь? А, ну в себя тогда, потом тебя выведем. Ага. Я в тебя голосую. Не знаю, ты в меня странно топишь. Коричневый, а что ты навигацию там тусил? Я вас. Заканчиваем, следим, если игра не заканчивается. Да. Миссия выполнена. Импостер спасен. Сейчас вас.
просто. Вы п***. Давайте, я сразу жму кнопку, вы меня выгоняете. Просто это п***, я вас поздравляю. Я сам себя голосую сразу. Не жми. У нас в этой игре даже не 3 импостера, их 4, да ты можешь, пожалуйста, помолчать, ну чё? А я сейчас жму кнопку, вы меня выгоняете. Хватит ныть, конечно. Я не ною. Вообще, ты с головой дружишь? Мы выпили. Успокойся, ты коричневый. Все, давайте выгоняйте меня. Не будем, я... Успокойся, ты коричневый. Я спокоен. Ты с кем? Ты летишь, мут, ты меня с своими этими репликами абсолютно не к месту. В этой комнате, если что не нравится. А, я понял, ты тоже летишь, мут. Два, один в меня кидает непонятную, другой спрашивает. Три человека одновременно говорит, он меня спрашивает, в какой части столовой я выполнял квест. Как я должен отвечать? Три человека одновременно говорит, я должен еще четвертый перебивать всех, да? Замуть всех и играй в тишине. Вот сейчас из-за тебя... Три человека одновременно говорит, я четвертый должен говорить, да? Из-за тебя мы сейчас проиграем. Вместе со х**ми, чтобы никто ничего не услышал, ну ты мегамозг. Короче, они молодцы. Молодец, и после этого ты мне говоришь, ты не можешь мне сказать, где, в какой части столовой ты выполнял квест, поэтому ты импостер. Ну ты просто гений, блядь. Гните ботинком, гните ботинком его справа вверху. Капучино, мастер, конечно. Давай голосуй в меня, белый, все, вы п***. Ну я в курсе, что ты игру слил нам. Да я не голосал, не войски. Не, пните его ботиночком. Я уверен на 90% в том, что оранжевый ушел красным. Сладкий, ты скипнул? Да. Хорошо, я тебе доверюсь. Я уверен, что салатовый чист, значит зеленый, если коричневый так горит своей жопкой. Короче, мы их пока что защищаем. У вас закончилась игра? Нет. Нет, еще игра. Там либо салатовый импостер, либо я не знаю. Зачем кнопка? Просто деграем дальше, все. Поверить. Зеленый, если зеленый, то игра закончится. А в себя голосу, мне вообще кикайте. Да господи, нытик, ты успокойся ты или выходи сразу. Скипаем. Почему в зеленого вкинули? Вот мне же интересно, я размучиваю. Что ты плачешь? Можешь я сразу выйти. А, я понял, снова плачешь, снова ты в муть. Как ты меня за... Какую хуй ты несешь? Я просто не хочу играть за того, который... Так не выйди, выйди отсюда, комнат миллион. Зачем ты сейчас срешь вот в чат? Я не хочу играть. Выйди, выйди из комнаты, чел, выйди из комнаты. Отсюда мы проиграем уже вам. К нам попал обижулька. Нам отсюда. Дура ты. То есть три человека одновременно говорит. Завали. Где я был? Я говорю, я выполнял квест столовый, потом прям. Завалить, завалить. Три человека одновременно говорит, и он четвертый меня спрашивает, в какой части столовой я выполнял квест. Просто замолчи. Три человека говорит, я это, естественно, не слышал. Господи, ты хотя тебе все уже говорят, что... Сейчас я модера позову, и он все это услышит. Я скажу, что меня оскорбил. Я улетишь. Это просто панок. Я уже написал все, ничего написал уже. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что я не импостер, чтобы вы сожрали просто говно. Нам уже кто ты вообще? Господи, нам ребят, хватит ругаться. Ну достали вы уже, а. Да делайте квесты и все, и закончим. Здорово, чё вызывали? Чё с ником Абе в Дискорде говорит во время раунда, будучи живым. По очереди, можно? Чел с ником Абе в Дискорде говорит во время раунда, уже третий раунд подряд. Оскорбление и все, больше ничего не делает. Значит, мешает играть и оскорбляет. Это всем подтвердят, да? Да. Давайте сейчас маленькое голосование будет. И подольше мод, потому что уже сил нет вытерпеть. Да, секунду. Что ты скажешь, чел с ником АОЕ? Что я скажу? Угу. Ну, начнем с того, что у нас одновременно говорит три человека. И вот Владик четвертым спрашивает, где я был. Я говорю, где я был. И он меня спрашивает, какой квест, в какой части комнаты я его выполнял. Три человека одновременно говорит, я четко не расслышал вопрос. И после этого, и как я должен был ответить? То есть я, три человека, говорит, одновременно друг друга перебивают, и я тоже должен был всех перебить и ответить, серьезно, чтобы никто ничего не услышал. Естественно, я промолчал, блядь. И после этого он мне говорит, что я импостер, потому что я не ответил на его вопрос, понимаешь? Мальчик, никто не говорит, что ты импостер, расслабься, пожалуйста. Я сказал, что нормальные люди так не делают выводы, и мне после этого, как его зовут? Slow Dan сказал, что чё ты, мол, плачешь,
Не плачь, это просто игра. Да. Я не помню точно формулировку, я вот тоже не помню, я просто не хочу с ними играть. Я потому сам выйду, блядь, я просто хочу, чтобы они меня сейчас кикнули и увидели, говоришь, что я не импостер. И что оранжевый тоже не был импостером. Я уверен в этом 90%. Ну, ты стоишь, ничего не делаешь. Как мы? Нам просто будет, ты просто стоишь в ФК и говоришь, я хочу, чтобы они свое говно сожрали. Секунду, ладно. А вот кто против Slow Dan? Нормальный чел или такой? Нормальный. Ну, смотрите, так как 7 галочек еще нет, так что мута не будет. Будет 7 сейчас галочек я в чате. Ставлю, подожди. Просто я в игре. Кикните, меня уже, я хочу уйти от вас просто. Не, мы тебя не кикнем, мы тебя замутим, и ты вообще не зайдешь больше. Алло, давайте уже нового начнем, убивай. Тот. Убивай. С самого начала игры. Делайте быстрее. Бофи, давайте нормально играть. Заткнитесь все, потому что нельзя говорить в этот момент. А, это... А, ты не, про то, что сдох, коричневый, блядь. Коричневый мирный, что сейчас он стоит, тянет игру, ладно, я правильно понимаю? Ну, все, я вас замочил, давайте, удачной игры. Спасибо. Давайте. Я правильно понимаю, что коричневый мирный не выполняет задание? Понятно. Вы закончили, погнали новую катку уже? Ну, сейчас мы заканчиваем. Окей. А что в итоге произошло, что он сделал-то? Это уеб... Интересно, они вычислят, нет, кто убийца? Просто не понял. Кто убил зеленый? Слудан так ненавидел этого. Ну, я видел, как ты тэпнулся на чело. А, я просто не знал, кто убил, теперь знаю. Но это темно-зеленый, значит. Это, Слатова, ты куда голосуешь? Тебя. Ну блин, неожиданный поворот. Можно вопрос? Можно вопрос, парни? Вот скажите. Он пытается доказать, что он идет с мид-б, я в щиты нажать один кружочек. И он после этого не кикается, вы что? Я его видел, я не знаю. Капучино, хорошо сработано. Красавцы, парни, красавцы. Стойте, не начинайте. Что ты слился-то в самом начале? Кикните этого уешного. Знаете что? Кикните, да, его, пожалуйста. Вы все это можете на моем канале увидеть. Как коричневый в соло игру затащил. А что, обновление нужно или что? Нет, нам не нужно, мне все нормально. Коричневый в соло игру затащил. Коричневый, блядь, третий импорт. У нас квесты будешь давно закончить, если не коричневый. Всем пока, хорошо поиграли, пока. Ну так вот, сыграли один раунд, мы были предателем, прикольно получилось так-то. Там этот один коричневый был обижулькой. Ну вот. Если хотите продолжение, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а с вами был Супер Рим, и всем goodbye!